все просто. Идем с войной куда по хребту, выкосить весь Нью-Скул, наверное. Песклявый вот этот вот разноцветный. Куча примеров, например. Украинская рэп-сцена, русская там рэп-сцена. Просто выжить. Просто выжить и двигаться дальше. Оттолкнуться жопой это на как минимум. Придется пощупать космос руками немножечко и вернуться обратно. Недавно на днях ему пообещал новый телефон, если я стрельну. Пиздатый ты, мужик. Все, договорились. Помню, сидел вот я с мамой, мне было года 4, и она ушла на кухню, говорит, посиди здесь. Я помню, по MTV был вот Gangsta's Paradise, Coolio, вот с этого, наверное, все началось. А так, бэкграунд, ты даже не знаешь, что сказать. Его нет, 7 лет, 10 лет, нет, это не бэкграунд, это так, все еще впереди. Да, ну не знаю, там, оттолкнуться жопа это на как минимум. Больше цели нет пока. Да, ну я не знаю, выкосить весь Нью-Скул, наверное. Песклявый вот этот вот, разноцветный. Только это. Идем с войной. Расовая, священная расовая война. Да меньше людей слушать, больше делать. Как бы. Тут все просто. Меньше слушать, больше делать. Все просто тоже. Просто выжить и двигаться дальше. Все просто, очень. Заявления громкого нет. Нет заявления. Просто выжить. Это самое громкое заявление, наверное. Вот как-то так. Если не выживешь? Ну, тогда и будет наказание. Логично. Тогда и будет наказание. Сложно. Каждому свое, просто каждому свое. Кто-то может, кто-то еще к этому не пришел. То есть, как бы, не понял, кто он, что он. Как бы, ну, опять же, с одного трека стрельнуть, а дальше что делать? Ну, на одном треке можно выгореть. Куча примеров, например, то есть, ну. Все опять, все придет со временем. Главное делать. Опять же, если рассматривать то, что сейчас происходит, как музыку, то ничего не нравится. Потому что это не музыка, абсолютно не музыка. Куча автотюна, куча всяких, не знаю, как даже называется, динозавр просто. Ну, не то. А если взять вот музыкантов, да, не буду называть их имя, то оригинальность, как бы смысл. Я всегда как бы сторонник, то есть смысловой. Как бы нагрузки, то есть из новой школы абсолютно никого не могу выделить, потому что для меня это новая школа, как бы опять это заезженные тиктоковские песни, то есть это как бы все такое форшмачное, понимаешь, то есть как-то так, ничего не нравится. МЧТ, масло черного тмина, потом скриптонит и капюшон на УМО, но только старый. Именно старые, то, что сейчас новое делает, не особо заходит. Почему они? Взять МЧТ, оригинальность, раз. Разноплановость, два. То есть взять скрипа, ну это именно музыкант, это именно талант. То есть как бы это талант. Но УМО, именно это старый, но УМО, который просто вырывает твою душу с клочками вот так. Но обратно он ее засовывает чистую, не вмакивая всякую грязь. Это, как по мне, самое главное в музыке. Да я не знаю, наверное, потому что просто пацики как бы делают, наверное, для себя по большей части и думают, что вот мы ее возродим, мы ее там сделаем, все. Как бы для меня нет такого понятия, там украинская рэп-сцена, русская там рэп-сцена. То есть для меня такого нет понятия. Мы все там живем на постсоветском пространстве, то есть как бы я не могу сказать, что там за совок топлю, нет, не в этом дело. Просто для меня, то есть как бы нет разделений. Ну, все, опять, все скоро будет. Будет скоро. Ну, все останется по-прежнему, только единственный момент, ну, придется пощупать космос руками немножечко и вернуться обратно. А в плане человечности все будет, я думаю, даже лучше, чем есть на данный момент.
Как-то так. Но прикинь, вот на тебя свалилась куча денег, куча славы, и подходит Максик, допустим. У вас сейчас именно общение такое интересное. Допустим, он не будет иметь возможности успевать за твои финансовые составляющие. Каково общение будет на тот момент? Недавно на днях ему пообещал новый телефон, если я стрельну. Ага. То есть это было дня 3-4 назад. Да, какой захочет. Какой захочет. Какой ты хочешь телефон? Пока пишу на кинокамерку. Давай, айфон. Какой? Последний. Какой последний? Какой будет? В твоей жизни. В твоей жизни, блядь. Первый последний айфон в моей жизни. Так, когда ты стреляешь, ты даришь Максу айфон последней серии, которая будет на тот момент, когда ты стрельнул. Да. Пиздатый ты, мужик. Все, договорились. Какой национальный цветок Японии? Сакура. Сколько дней нужно, чтобы Земля совершила оборот вокруг Солнца? Это, 365 вроде как. Вроде как бы так. В какой части твоего тела ты найдешь крестообразную связку? Крестообразную связку? Это, наверное, в районе чуть ниже, вот так, по хребту, там, где поясница. Вот так хребет, вот так поясница. Вот где-то вот здесь, наверное. Логически, наверное. Какое животное можно увидеть на логотипе Porsche? Лев. Лев, да. Вроде как лев. Я не знаю. В каком году случился распад Советского Союза? Так. Так, самый близкий человек у меня в каком году? А, в 91-м родился, да? В 91-м. На каком языке говорят в Бразилии? Угу. Это, Криштиану Роналду, это кто он там по национальности? Это, наверное, португалец, на португальском, на Криштиану Рональдском. Вроде как. Какой город известен как родина хип-хопа? Нью-Йорк. Нью-Йорк. По-любому. Как расшифровывается СССР? Страны, не знаю, не помню, не скажу сейчас так. Союз социалистических республик. Вот. Советских социалистических республик. И полный ответ? Союз социалистических советских республик. Ну, почти. Засчитаем как правильно. 2 плюс 2 умножить на 2. Да, 6. Самая низкая точка Земли. Наверное, среда моего обитания. Пойдем покажу. Марианская впадина. Поплыли со мной. А ну, поподробнее объясни. 2 плюс 2 умножить на 2. Ага, да. 4 умножить на 2. Ага. 8 получается. Ну да, получается. Блин, но где-то есть подъеб. Нет. Подъем, ну ладно, блядь. Не, а чё, с чего ты так решил, что будет 8? Первое умножение делается, понимаешь? Ну да. Все правильно говорит. Первое умножение деления? А, я тебе открою секрет, ЖШ с буквой И пишется еще. Ладно, ну чё? ЖШ на районе Бутко. А ты что ответил? 8 или 6? 6. А я потом смотрю, блядь, ебать, 8 вроде бы. Ты такой еще подумал, блядь, неправильно ответил. А ты такой еще хуяк зелененьким. Брынь, типа, блядь, правильно ответил.